Дорогие мои, с вами на связи Кана. Вероятно, вам знакомо такое чувство, когда вы уезжаете с дачи, и такое неприятное, щемящее чувство, что же будет зимой здесь без вас. Так я вот вам сейчас расскажу оберег, как можно сделать для защиты вашего добра и вашего участка, либо дачи. Наверняка у вас есть старые грабли, которыми мы уже работали. Теперь это будет ваш магический оберег. Сторож-оберег. Вы его теперь можете использовать только в этих целях. На Новый год купите новые грабли. Ими, старыми граблями, уже нельзя пользоваться больше для работ на вашем участке либо даче. Итак, вы закрыли сезон и уезжаете. Положите эти грабли острым щитом вверх, недалеко от входа в ворот. Ну, у кого-то калитка. Присыпьте их травой, листьями и прочим дачным зеленьем. Побрызгайте водой из своего колодца. Ваша вода – это ваша защита. Вода впитывает информацию. И произнесите 3 раза такой заговор. «Мой железный оберег ограда от всех воров и нечистых помыслов преграда. Уйди, вор, отступись! Быстро прочь уходи, в дом мой не ходи, добро мое не бери, охрана моя оберег, добро мое стереги, охраняй, дом мой не пускай, добро защищай. Мое слово закон, нет ему препон, так и быть, вам грабли мне верно служить, и уходите, не оглядывайтесь, вы свой заговор оставили, доверяйте тому, что вы делаете». И добыть тому так. Это последние слова, которые должны произнести. А вот что непрошенным гостям вашим прилетит, вот это большой полет фантазии. Удачи вам, мои дорогие. Я думаю, что с этого года, когда вы это примените, ваше добро будет в целости и сохранности. Всего вам доброго. С вами была Виктория.